Расскажите порядок, вот вновь прибывшие, как с ними поступать? Их размещают сразу где-то, потом документы оформляют, или как? Вот как вы поступаете? Сейчас вот первично измеряем температуру, потом частичная верхняя обработка. Здесь они проходят регистрацию, потом поместим на место временной жизни. А вы все с Ташкента приехали? Я из Ташкента, он местный. Понятно. Вы как в помощь, да, приехали? Да, да, как в помощь. Местным медикам. Да. 17? А Калтынский район. А Калтынский район. Ну тоже, где он в самый центр попал. Да, да. А что с вашими домами сейчас? Дома стоят двухэтажные. Дома стоят. Мы так тоже по интернету узнаем вроде. Слава Богу. А. Пока везде запрет. Просто массово, да, эвакуировались? Да, да, да. Да, сразу. Ну, вода уже пришла? В доме есть вода или как? Кто говорит, пришла, кто говорит, нет, да. Ну, вас в первый же день эвакуировали? Да, да, вот, рано утром всех вывезли. Сейчас так узнаем. Вы с детьми, да, вот так? Это наши внуки. Внуки даже? Да. Родители в России. А, родители в России. А что-то говорят, сколько вы здесь находиться будете по времени? Никто ничего не знает? Никто ничего, ну как? Не знаем, да. Как вода уйдет, наверное, так и... Да, да. Ну, кажется, вроде давно закрыли головы. Надеемся на лучшее, да? Надеемся. Akademik litseyga, Sardoba suv toshqinidan talofat ko'rgan aholining aholi ko'chib kelingan. Bu aholining farzandlari bor, bog'cha yoshidagi farzandlari bor. Ularni biz hozircha jami 20 ta bolani ro'yxatga oldik. Ularda davlat talablari bo'yicha o'sha maktabgacha ta'lim dasturi bo'yicha o'zimizni davlat talablari bo'yicha mashg'ulotlarni
Ташкент қылды күн тәртібіні өзгер ойы қылып, ертелікті бадан тәрбиелерін өткізір яқыныз, машқалатларды өткізір яқыныз, расым чызыш, аппликация, мұт қостырыш, үші шерлер, ертеклер, елдерді, олы жолларыны бан қылып отырмыз. Мы все нормально у нас. А обед какой у вас, допустим? Обед очень хорошо. Питание. Очень тоже. Питание нормально. Все хорошо. Завтрак, обед, ужин у нас. Все в порядке. Большая семья у вас здесь? Да, вот трое. Мы трое. Вы трое? Да. Два дочки и я сама. Понятно. А расскажите, как вы встретили вот эту трагедию? То есть вам по новостям сообщили или вы непосредственно сами видели? Мы дома были, нам с утра встали, нам соседи сказали, уже все, уже вода, водохранилище, вода уже вышла. Мы уже начали бежать, потом все вещи вот собрали, документы все забрали и начали сюда, и нас сюда привезли. А, вас привезли уже? Да, на машине мы сюда приехали. Тут приехали. Вы без вещей, все пропало у вас? Да, да? Ну вещи осталось дома. Дома. А что с вашим домом, пока неизвестно, да? Ну, известно, пока все нормально, пока говорят, ну еще не так уж. Ага. А вам говорят, сколько вы еще здесь пробудете? Неизвестно, неизвестно. Пока еще не говорят. Нет, ну, все у нас хорошо здесь. Удобство, это... Ну, питание, удобство, там все эти, все нормально. Друзей завели себе уже? У нас всегда приходят, спрашивают, все в порядке, вам что нужно, чего не хватает, вам что нравится, не нравится. Каждый день приходят, спрашивают. То есть вы окружены вниманием? Да, у нас за вниманием, заботой, у нас ни к чему претензий нету. А детей много здесь вот у вас получается? Да. Да, у нас вот здесь, а там на этом комнате тоже двое девочки с матерью, они тоже. Как время проводите? Ну, у нас сегодня утром их вот на улицу вышли они, их эти смотрящие, вот они на улице вышли, играли. Игры им учат. Книги. С детьми занимаются? Да, занимаются. Они играются там, книжки там, раскраски, все дают. Все дают. Вы привезли помощь или что это вообще? Ну, не помощь, это ну, как помощь, можно сказать. Ну, мы не рады, но стараемся сделать. На такие вещи не радуются, чтобы все хорошо было. Все сидели дома у себя, чтобы у них новые дома были хорошие. А сейчас что, приятного аппетита. А что вы сейчас привезли? Сейчас мы привезли вот 50 килограмм риса, 56 килограмм моркови, 20 килограмм мяса. И на это... Как его говорится, масло и остальное там подобное. Для плова, да. Окей, а вы с какой организации еще? Фортуна Текстиль. Мы соседи вот здесь рядом. Как вы оцените, вам как помощь оказали? Быстро ли вот разместили? Довольны ли вы условиями того, что вот как вот здесь администрация вам предоставила вот это временное жилье? Бізге хабар келді. 17-ге су келіш керек екен. Шынға біз жолды үстіге шығып тұрдық. Кейін бізге ярдам келді, хамамыз автобусге шығып, шүйерге етіп келді. Берді ебітшіларымыз яқшы, оқатларымыз, жойларымыз ам яқшы, хама яқшы муамлады. Анақы жалыбамыз ек, президентімізге кәртті рахмат, бізді қолап қуатлагеніге. А семья большая у вас? Сколько? Үште оғылым бар мені, бұсыңлым болады. Они все здесь, да? Олар Ташкенге юбарды, мы өзіміз бейгады қолдайық. А с вашим домом что сейчас? Үйлеріңізді су еті барген? Су еті барген деп айты әпті, бәзілер еті бармаген деп айты әпті. Білмейміз әңді. Қайсы мақалы? Сардоба Тумана, Яшлар Кучас. Вам что-то говорят о дальнейшей судьбе? Вот что будет с вами? Вы здесь какое-то время будете находиться или что? Как дальше? Пока ничего не говорит. У меня Гульстан Далат университет академик лицейна ректором. Из академик лицеем сга, бринче, кимин германчи, бринче майкуна. Уже Сардоба Тумана, да, Сардоба Тумана, да. Су ғазасы Ташшы мұнасабаты білен бұлға факулатта вазият мұнасабаты білен Ақалтын, Мұрзабат, Сардабат ұмалардан эвакация қылынген құпараларымыз келтірілді. Оларға ятақанамыздағы жойларға жойлаштырылды қамасы. Оларға керелі бұлған азы оқат мақсулатлары, санитария гигиена мақсулатлары қамасы, шағар тұма, лайат
rahbarlar tomonidan tezlik bilan yetkazilib, tezlik bilan bu yerda ularni yashashlari uchun sharoitlar yaratildi. Hozirgi kunda suv xavfi yo'q bo'lgan joydagi fuqarolarimiz o'zlarining uylariga qaytib ketishyapti. Hozirgi kunda 250 ga yaqin fuqarolarimiz shu yerda qoldi, yotoqxonamizda yotibdi hammasi. Ularga oshxonada sharoitlar yaratilgan, produktlar kelib turibdi, homiylar tomonidan, davlat tomonidan berilgan gumanitar yordamlar hammasi kelib turibdi, ularga o'z vaqtida tarqatilyapti. Ularni farzandlari, kichik farzandlari uchun ichkarida bog'chalarimiz ham tashkil qilindi, kichik bog'chalarimiz ham tashkil qilindi. Ularni foydalanishi uchun sport zallarimiz hammasi tayyor, ulardan foydalanishyapti, kutubxonamizdan foydalanishyapti. Hammalarini kayfiyatlarini ko'tarish uchun shaharimiz, viloyatimiz, respublika rahbarlarimiz kelib, hammasini kayfiyatini ko'tarish maqsadida ishlayaptilar, har kuni kelyapti, har doim xabardor bo'lib turibdi. Rahbarlarimiz ko'pchilik shu yerda o'tirib, shularni xabar holatidan xabar olyapti, yashash joylaridan. Oziq ovqatlarimiz, yashash sharoitimiz hammasi yetarli. Fuqarolarimiz hammasi prezidentimizdan, davlatimizdan, xalqimizdan xursand. Hammasi inson-omon xudo xohlasa uylariga qaytish orzusida o'tirishibdi, xudo xohlasa yaqin kunlarda uylariga qaytishadi ular.